Всем огромный приветик, с вами Алиса. Это первое видео в новом году, и мне очень интересно, как вы провели Новый год. Я очень надеюсь, что все было замечательно, весело, радостно, и все себя сегодня хорошо чувствуют. Расскажите, пожалуйста, как у вас все прошло. И конечно же, тоже заходила в игру, вот уже денежек еще заработала, и мы с вами сегодня построим что-то из дорогого, там, что просили, там, тюремный автобус. Вот. Так, поздравляем, спецвыпуск Симпсонов завершен. Дадут ли дедушке Симпсону рассказать рождественскую историю? Играйте и узнаете. Так, ну это уже, наверное, другое. Смитерс, ты уже все мои подарки для рождественской охоты за подарками спрятал? Хихикает. Подглядывать нельзя, мистер Бёрнс. Постойте, вы устраиваете старику, которому глубоко за 90, рождественскую охоту за подарками наподобие пасхальной охоты за яйцами? Шш, но разве он не душка? Надеюсь, рождественский кролик меня в этом году порадует, возбужденно хихикает. Послушайте, если босс моего папы сходит с ума, по-моему, я заслуживаю того, чтобы об этом узнать. Молчать. Это очаровательно и совсем не грустно. Нажать на гору подарков. А, ну дайте же нажать, ну. Так, это нам, получается, сразу же запускается сюжетная линия мисс Клаус. Доброе утро, миссис Клаус. Канун Рождества – самый важный день в году. Просыпаемся, просыпаемся. Ворчит. Задвинь занавеску, слишком светло. Мятка моя, ты же не распевала с эльфами огнок до утра? Мы же это уже обсуждали. Ну, конечно же, нет. Уф. Словно камень с души свалился. Послушай, я не хочу жаловаться, но без тебя все игрушки получаются недоделанными. Так? Как думаешь, может... А? Что? Ага, встаю. Еще минуточку. У нас еще куча времени на изготовление игрушек. Заставит миссис Клаус взять себя в руки. Вам не напоминает поведение миссис Клаус большинству взрослых 1 января, да? Все равно есть те, кто ничем не занят. Логично. Так. Да что же это я говорю? Мне позволили все начать заново, и вот я уже питаюсь просроченными, полузамороженными хот-догами. Луан никогда не примет меня обратно, если я не пошевелюсь и не найду себе работу. Может, тебе стоит побеседовать с преподобным Лавджоем? Потому что у него всегда найдется мудрый совет для каждого нуждающегося? Нет, просто потому, что он более дружелюбен с теми, кто появляется у него, у его порога без приглашения. Очень странно, но даже Марш очень скептически относится, да, к нему. Так, и, конечно же, светится нам лотерея. Так, давайте соберем. Сегодня очень классное задание, просто завершить задание персонажей. Ну, вообще, получается, ты ничего не делаешь и получаешь пончик. Так, там я уже собирала недавно. Тыквенные латте. Все, что выпьешь, следовало раньше пристрелить компьютер. Минуточку. Суперсыщик говорит, что злоумышленник выкладывает новости из этого самого кафе. Пора встать и заняться привычной детективной деятельностью. Эх, я просто кресло свое разверну.
It's on my resume. We did it. No one got pissed. Well put. I don't think I was sober for 1 minute of medical school. Сколько восклицательных знаков мигает, да? Да, нужно же на подарки все-таки нажать. Есть. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. И где мои подарки, Смитерс? Вы должны их найти, сэр. Хочу свои подарки прямо сейчас. Ну все, хватит. Скажу папе, чтобы новую работу искал. Станции конец. Так, ну вроде бы все, задания все собрали, поэтому... А, нет, еще не все. Все, теперь точно. Поехали. Наконец-то я нашел вид деятельности, который не требует участия в ведении блогов 5К. И все эти публикации позорного использования общественных фондов Спрингфилда привели к тому, что мой мизинец похудел. Надо срочно купить новые перчатки. А теперь пора перевоплотиться во второе «я» сексуального Гая Фоукса и разнести правительство в пух и прах. Какой же скандал мне стоит осветить сегодня? Как насчет личного самолета мэра под названием «Развлекательные силы мэра»? Два каламбура в одном названии. Непростительно. Заставить продавца комиксов стать лентяем по убеждению. А, 30 минут. Сколько всего мешает мне добраться до лыжных склонов? Нет, надеюсь, ты не чувствуешь слишком пристального внимания. Нет, я же не Понти Пилат, когда дело доходит до того, что люди начинают приходить в восхищение от моего пилатеса. Мое тело – творение Божье. Я не вижу никаких преград тому, что другим охота поглазеть на мой рельефный зад. Рифма неплохая. Может, все-таки уйдешь? Уже пойдешь кататься? Заставить модников Ландерса успеть на подъемник. Кого-то целые сутки будут кататься. Преподобный, я здесь, потому что больше идти мне некуда. Понимаю. Отчаяние – первая причина обращения человека к религии. Отлично. Мне очень нужны деньги. Прошу вас. Но ты не можешь просто взять и попросить денег. А разве не для этого нужно блюдо для подаяний? Вздыхает. Если я устрою для тебя интервью с работодателем, ты обещаешь уйти и больше никогда не возвращаться? Первое, так точно обещаю. Так, отправить Кирка работать в школе. Ого, тоже на сутки. Ничего себе. Ты превзошел себя, Адольф. Цвет, тень и глубина твоей работы впечатляет. Но мне кажется, граффити Симпсона все-таки лучше. Симпсон в этом раунде побеждает. Спасибо, ребят. Я изобразил взгляд маленького человека на большой, безжалостный мир с задницами. Что? Никаких разломанных товаров, разбитых витрин и краж? И это называется преступление? Забейте, я в этом не участвую. Заставить Дольфа проявить агрессию. Так, Гамарчик. А разве у вас, женщин-троллей, нет никаких других дел? Прости, жиртрест. Транспортного департамента больше нет, так что работы у нас тоже нет. Ага, так что мы теперь целыми днями будем шататься и... А куда он делся? Туда, через вон ту дыру в стене в форме Гомера. Странно, как такой толстяк может так быстро бегать. Ага, все равно, что смотреть, как морж жонглирует. Интересно, куда это он так поторопился? Хочешь обучиться древнему искусству садоводства, а? Что ж, это будет долгий путь, полный трудных испытаний.
Спорим, ты не знаешь первое правило садовника. Когда так странно перескочили диалоги. Если кого-то стошнит, убери. А ты прям как рыба в воде, прям как я, только грустнее и толще и старше. А теперь держи мусорный мешок, а один из школьников-добровольцев туда свиные кишки покидает. Фу. Добавь туда рубленого лука и получишь отличный хаггис. Ха-ха, папа Милхауса нашел себе работу. Так, построить департамент транспорта. Угу. Ну, давайте, он дешевенький. Построим. Так, Лиза. Думаю, я знаю, как оживить процесс познания. Сделаем то, что делает это место. Покажем, что наука – это весело. О, Лиза, наука – это весело? Я магистр педагогических наук Юнаредия. И из школы я вынес, что наука скучна и, выражаясь научно, отвратительно. Даже Эйнштейн знал, что наука отстой. То есть, я хочу сказать, он же был очень умный, он должен был это знать. Говорю вам, послушайте моего совета, и в начальной школе Спрингфилда будет полно юных ученых. Так, исправить расписание. Скиннера тоже туда же, в школу. Тебе не кажется, что вероятность совершения преступлений в нашем присутствии ниже, потому что мы мужчины? Мне кажется, что она ниже, потому что мы копы. Да ладно тебе, мне кажется, я что-то нашел. Вот поэтому я решил, что сегодня буду работать под прикрытием, и им станет женское обличье. Ну да, мы уже много раз видели задание. Вообще-то вы часто так поступаете, шеф. Я все хотел с вами поговорить об этом. Что? Я в этом плохо выгляжу? Мой стилист говорит, что я на закат... на закат похож. Странно, как можно быть похожим на закат? Но лично мне кажется, что мне больше осень подходит. Так, отправить Вигама тоже на сутки. Отлично. Нам нужно организовать протест против этих ужасных законов, из-за которых закрывают данные нам господа магазины. Герман, ты участвуешь? Поддерживаю. Пора нанести правительству ответный удар. Ведь в этом и заключается демократия, не так ли? Верно. Что ж, возглавим вооруженное нападение на ратушу. Демократично. Ох, прости, не расслышала? Заставить Германа начертить план военных действий. Сегодня мы наконец-то отправимся к мистеру Бёрнсу и потребуем сделать станцию безопасной. И погода подходящая для того, чтобы устроить забастовку. Ага, пожалуй, даже слишком. И что, мы весь этот замечательный день проведем, крича и яростно размахивая кулаками? Особенно, если мы можем пропустить последние сплетни о новой распре Вульфкасл Брокман. Я за Брокмана. А я за Вульфкасла. Эй, может, вместе забастовки пойдем к Мо и посмотрим по телеку, как ругаются знаменитости? Так. Ага, тебя мы не забрали. Так, выпить ему. Хо-хо. Так, а тут, да, тут еще построилось. Так, и сразу же... Нет, пока я помню, давайте Мэгги. А то я опять ее отправлю на какое-то задание и забуду. Так, слушаем внимательно. Где-то чавкает.
А вот она. Капец. Один пончик. И хотела же еще другой, но в прошлый раз три было. Ну ладно. Так. Лиза, я собираюсь на блошиный рай и не хочу, чтобы ты шла со мной. Ты хочешь порвать со мной? Эти несколько наших совместных заданий принесли мне много радости и счастья, чего забияка не должен никогда испытывать. Злость – вот моя сила. Должна признать, ты выглядишь спокойнее, более благоразумным. Название этому – неженка. И с этим пора покончить. Слабым нужно, чтобы над ними издевались, и это моя работа. Прощай, Лиза. Так, отправить Нельсона на аттракцион. Так, ну что, теперь давайте пройдемся по заданиям. Так. Я еще думала строить Googleplex. Или девочку с тюрьмой. Наверное, девочку. Так, а что там с Бартом у нас? Ого, 24 часа. Так, ну раз он нигде не нужен, пусть играет тогда там мини-гольф. Так, Лиза. А, я же уже отправила ее. Так. Все прям при делах, деловые. Так, миссис Клаус. Так, это нужен Гомер. Well, а, ну еще тут сюда нужен. Ну ладно, уже в следующий раз. Так, и да, давайте появится у нас Джина. Да, я уже так морально готовлюсь к очередной перестройке. О, отлично, сразу. Джина Вендетти. Завтра, послезавтра исчезнет снег, и можно будет нормально строить. Потому что очень сложно, когда ты не видишь цвета деревьев, кустиков. Так. 209. Ну, завтра, думаю, можно будет уже построить этот Googleplex. А, ну нужен Бартик. Ну да, построила. Молодец. Так, ну что, тогда сейчас можно подождать. Кто-то там у нас на полчасика уходил. Да, Кирк. И продолжим. А тут пока идет время, немножко любовалась модником Фландерсом, который катался. Так, все, можно ускорять. Не двигаться, толстяк, ты арестован. Поймай меня сначала, потом арестовывай. Но ты же никуда не делся. Мы с тобой оба знаем, как смехотворно будет выглядеть эта погоня. Это точно. Так, ну, ну и все. И приехали, поскольку Вигом у нас уже занят. Интересно, это как будет? Они будут бегать или как? Реально интересно, но завтра посмотрим. Завтра отправим. Посмотрим, будет ли это реально так же смешно, как я себе представляю. Все, друзья. Была рада с вами поболтать. Всем счастливого Нового года еще раз желаю. Вот, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.